Парикмахер ТВ. Именно такое плетение представлено в сегодняшнем мастер-классе от Дарины Кочерженко. Давайте посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Дарина Кочерженко, и сегодня я покажу вам плетение с элементами жгутов. Перед началом плетения мы расчесываем волосы модели, определяемся с пробором, делаем разделение на две части. На затылке мы остальную массу волос делим размашистым зигзагообразным пробором. Закалываем одну сторону зажимом и начинаем наше плетение. Выделяем треугольник, разделяем треугольник на две части и начинаем плести жгуты. Важно помнить то, что оба жгута мы крутим на лицо, а выворачиваем от лица. В каждой нижней пряди мы подтягиваем через низ волосы, присоединяем, образуется один жгут, крутим его на лицо и выворачиваем от лица. Теперь снова к нижней пряди подтягиваем волосы, крутим на лицо, выворачиваем от лица. Важно слишком не затягивать жгуты, потому что потом это нам будет мешать формирование прически. Волосы у нас закончились, продолжаем плести жгут без подхвата. Прокручиваем два жгута в одну сторону, выворачиваем в противоположную. Переходим ко второй части волос. Снимаем наш зажим, прочесываем волосы. Выделяем треугольник. Крутим жгуты на лицо, а выворачиваем от лица. Таким образом у нас формируется правильный объем и прическа выглядит пропорциональной. Помним о том, что пряди мы подтягиваем через низ. Эта прическа достаточно легкая в исполнении. Мне кажется, что с помощью двух зеркал ее можно сделать самостоятельно. В нашем случае мы модели делали прикорневое гофре. Это увеличивает объем. Сейчас мы берем последнюю прядь с подхватом. Помним о том, что два жгута мы крутим в одну сторону, а выворачиваем их в обратную. Фиксируем резиночкой. Резиночки должны быть маленькие, чтобы в прическе их не было заметно. Желательно под цвет волос модели. На затылке формируем прическу. Для этого мы будем использовать невидимки. Поскольку длина волос у нашей модели небольшая, справиться нам с этим будет несложно. На этом наша прическа не закончена. Нам нужно создать дополнительный объем. Для этого нам придется достать ребра из наших жгутов. Не забывайте о том, что нужно жгут придерживать для того, чтобы наша прическа не потеряла форму. Фиксируем нашу прическу лаком средней фиксации. Сегодня мы научились с вами делать прическу из жгутов на волосах средней длины. Schwarzkopf Professional. Together, a passion for hair. Парикмахер ТВ.